Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 44Г. Три купца составили товарищество для ведения некоторого торгового дела. Первый купец внес для этой цели 15 тысяч рублей, второй – 10 тысяч рублей, а третий – 12 500 рублей. По окончании торгового дела они получили общей прибыли 7 500 рублей. Спрашивается, сколько из этой прибыли придется получить каждому купцу. Чтобы это выяснить, надо число 7500 разделить в отношении. Запишем. 15 тысяч, столько внес первый купец, к 10 тысячам, столько внес второй купец, и к 12 500, столько внес третий купец. Давайте это отношение чуть-чуть упростим. Ну, как минимум, можно разделить каждый член отношения на 100. Мы получим тогда отношение 150 к 100 и к 125. Можно еще упростить. Разделить каждый член отношения на 50. Получим тогда отношение 30 к 20 и к 25. И можно еще упростить, разделить каждый член отношения на 5. Получим отношение чисел 6, 4 и 5. А теперь разделим число 7500 в отношении 6 к 4 и к 5. Для этого надо 7500 разделить на сумму членов отношения, то есть 6 плюс 4 плюс 5. 7500 разделить на 15. А это равно 500. И теперь результат умножим на каждый член отношения, то есть на тот вклад, который внес каждый купец. 500 умножим на 6, это будет 3000 рублей. Столько из прибыли достанется первому купцу. Найдем, сколько из прибыли достанется второму купцу. 500 умножить на 4 равно 2000 рублей достанется второму купцу. И теперь узнаем, сколько достанется третьему купцу. 500 умножить на 5. Получим 2500 рублей. Столько достанется третьему купцу из всей прибыли. Мы распределили прибыль, соответственно, по тому, сколько каждый внес в некоторое торговое дело. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.